да, много авансов он получил в начале сезона. Но это все связано исключительно было с тем, что она в прошлом году очень здорово выступила по юниорам. Второй была на чемпионате мира. Проиграла только Юлия Лепницкая. Кстати, вот тогда опередила на Далину Софьеву. Да, такой забытый момент, хотя он очень прошел программу. Раньше часто фигуристы использовали. Конечно, есть хорошее исполнение. Катала и пропела. Очаровательный фигурист, конечно. Как раз глядя на нее, хочется сказать, да пусть берут фигурист со своей любимой мелодией. Но почему Стефан Лабьин мог кататься под своей... Ну, понятно, я понимаю, сам так посмотрим. Нет, я, Андрей, я как раз сейчас об этом думал. Почему фигуристы хореографы берут музыку, которую понимают, знают, любят и могут самовыражаться в ней. Но почему берут музыку, когда язык еще непонятен, и вообще-то показать, конечно, свои возможности очень сложно. Тем более, что все равно действующие спортсмены, вот большинство из которых мы видим, да, и здесь, и на этом турнире, на других, ну, не так они не востребованы в показательных и гала-концертах, как звезды мировой величины. Они все равно не нужны никому с мировыми хитами. Да, но запомниться могут своим.